Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же. Да хватит бубнить! Здарова, народ! Вы на канале DevPlay, и мы продолжаем проходить Until Dawn. А если вы хотите, чтобы видео продолжали выходить, ну так поставьте лайкосик под этим видосиком и погнали! И погнали мы... вниз? Ну давай. Как же они неспешно ходят. Чё тут встало? Так... а нам куда? Наверное, сюда. Или нет? Так, ну подожди, если мы спускались сверху, то значит нам через мост перейти надо. Типа так? Ну да, тут же... Во. Прошу, мадам. Спасибо. Надо же, очень впечатляет. Ага. Так я не понимаю, куда мы идем. С пяточком. Большой-большой секрет. Так, ну она ушла вниз, вероятно, мне тоже вниз надо. Говоря, пока не вдупляю. Ого! Это... что такое? Но кто голова свиная. Его здесь точно не было. Ну, теперь записка? Есть. Ого. С возвращением! Спасибо! Наверное, Крис или Джош. Такие шуточки у них. Беспонтовая шутка. Ай, да не гунди. Мне это не нравится. Мне тоже. О! Мэтт! Что происходит? Кто мог это сделать? Знаешь, бобойня какая-то. Мне как-то уже не до трусиков. Просто хочется слинять отсюда быстрее. Согласен. Ну и нахера мы сюда шли? Здорово! Че он там напевает, джека-чика-чика? Как ты относишься к людям, которые боятся сверхъестественного, призраков, духов и прочих потусторонних сил с того света? Даже не знаю. Ты разделяешь этот страх? Возможно. Ну, давай, да. А, довольно. Вот как? Знаешь, а ведь, судя по твоей игре, этого никак не скажешь. Да? Ну, ладно. А почему? Теперь давай... подробнее рассмотрим твое отношение к другим людям. Чё? Какие качества ты ценишь в себе и в других? Разные. Что тебе важнее найти в друзьях? Преданность или честность? Блять! И то вообще-то. Честность. То есть ты не станешь лгать, даже если это будет грозить твоему другу проблемами. А если честность против доброты? Честность. Доброта, пожалуй, впрямь не так уж важна. Зачем помогать другим? Главное, принципы, а? Да ёбаный ты черт. К сожалению, наше время вышло. Еще увидимся. Да в этот раз я понял еще меньше, чем в прошлый!
хер боржовый с галстуком. Глава 3. Призраки. 8 часов до рассвета. Слышь, мы две главы прожили, и еще никто не сдох. Для контакта с миром духов вы должны освободить свой разум от всех предубеждений, отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, ага. Брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, а? Поехали. Да, давайте. Ну ладно, будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная, тебе и быть медиумом. Есть там кто-нибудь? Ладно. Дух, ты здесь? Если да, подай нам знак, явись нам. Постойте-ка! Это ты была? Я ничего не трогала. Она движется! Ага. Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, блять, она сама не вижу, едет. Что? Офигеть. Помогите. Капа? Как мы можем помочь? Не знаю, что это значит. Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Уточнение. Кто же ты? О, опять. Так, С. Е. С. Т. Р. А. Сестра. Там вообще несколько букв захватывало. Да ладно, чё, реально? Заткнись. Спроси, чья сестра. Джош, это наверняка. Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. Анна? Кто говорит с нами? Ханна? Это ты? О, боже! Ебать, я угадал! Да бросьте вы! Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, с чего начать. Смотри, если это действительно Ханна, мы... Можем спросить, что случилось. Но если не она... Я выдержу. Ладно. Сейчас. Что с тобой произошло? С извинения? Ну, бля, ну мне реально жаль. Ханна, если ты слышишь меня, выслушай, пожалуйста. Мы все хотим извиниться за то, что случилось. Это было глупо и гадко, и... Прости. Прости нас, Ханна. П. Р. Е. Пре. Д. Предатели. Мне уже страшно. Предали. О чем она? Предали. Движется. О боже. У. Б. И. Л. И. Нет, нет! Убили? Мы их не убивали! Это же была шутка! Эш, успокойся, ладно? Надо спросить еще. Прости, прости. Ребят, меня! О чем это она? Спроси, что случилось. Надо же узнать. Спроси, Эш. Нормально. Так. Кто тебя убил? Так. Кто убил тебя? Ханна, скажи, кто? Б. И. Б. Библиотека. Может, в библиотеке что-то? У. Л. И. К. Улика. Значит, есть улика. В библиотеке? Берегись! О! Охренеть! Крис! Знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Доска Уиджи — это развлекалово для детей. Я не знаю, может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем, но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эш, не виновата. Только этого мне не хватало, придурки! Ой, да ладно тебе. Пойдем его догоним?
Да ну... Да не, пошел он нахуй. Не, лучше не надо. Пускай остынет. Я его не виню. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Да не притворялась я, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Так, а где тут библиотека? Да ладно, похуй. Майк! О, Майк появился. Джесс! О, бля... Твою же мать. Какая-то размазня. А, там же мамка Стифлера. Нам-то на нее, по сути, похуй. Ну ладно, ничего не поделаешь. Надо ее... Джесс? Джесс? О, наконец-то он хотя бы довольно быстро ходит. Ты здесь? Нет. Ой-ой. Охренеть. Да. Чуть и штанов не выпрыгнул. Откуда тут эта фиговина? Да, ну по крайней мере не насрал в них. Это уже хорошо. Джессика, ну хватит. Так, ладно, посмотрели, можно уходить. Сука, блять, как неудобно-то. Ой, ёпта. Я торжественно обещаю не убивать тебя, когда найду. Курва! Здорово! Ты где голову оленя надыбала? Стой, 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 ты должен это увидеть, ты должен. Нет, 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 Майк, ты меня снимала? Я испугался, Джесс! Нельзя так пугать людей! Да еще посреди леса! Страшно же! Ой, я тебя напугал! Да, на ебаньку! То что? Тебя убью! Нет, нет, нет! А ну-ка дай-ка сюда! Какой кнопкой удалять? Этой? Нет! Стой! Нет, 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 нет! Не смешно! Не смешно! Да ладно, ты такой зайка, когда пугаешься! Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. Узнать человека по-настоящему можно, лишь напугав его до потери штанов. Ну, постарайся, Джесс. Ну, штаны-то пока на мне. О, да неужели? Да, старайся лучше. Это вызов, что ли? Ну, я надеюсь, ты крепкий, Майкл. Ай-яй. Потому что сейчас на тебя обрушится вся мощь моих пугательных талантов. Бля, ну прям за нами. Бля, теперь я за нее играю. Да, она ж сдохнуть должна. И... А, не, она сама по себе идет, боже. Я все же за него. Так, а давай осмотримся, что тут у нас. Так, так, так. Посмотри, МЧС. Что это у нас тут нацарапано. М плюс... А, М плюс Е. Я читаю МЧС. Мне норм. Тут М и Э. Есть идеи, что это может значить? Может, Элизабет и Майрон? Или Майкл и Эмили? Расслабься. Просто такая махровая пошлость как-то не в твоем духе. Ладно, это был я. Эй, да, разумеется, я выгляжу как сильный и суровый мачо, но все-таки у меня есть сердце. И я не боюсь иногда выразить свою симпатию. А, правда? Ну, а ну? Мне ты выразишь немного симпатии? Много, много симпатий. И ты готов обналичить этот чек? Ти-лин! Пошли, Казанова. Ну, иду, иду. Чё опять домахалась? Вот ей постоянно надо домахаться. Слушай, а куда мы идем, между прочим? Я немного не додупляю. Но мы идем. Слушай, так, тут скала у нас. Хорошо. О. А, по сути, было пофиг, куда идти. О-о-о-о-о-о-о-о-о. А, не, стоп, это не качелька. Блядь. Класс. Джош?
Слушай, ну на этом мосту она, судя по всему, должна наебнуться. Как-то мы в обход моста можем пойти или нет? Так, лавочки-хуевочки. Стоп, или это на мосту не она должна была наебнуться? Я уже не помню. Ладно, подожди, пофиг пока что. Так, ну, могу однозначно сказать, что тут атмосферно. Это мне нравится. Так, а обойти эту хуйню мы никак не можем. Ладно, давай. Давай. Класс. Ну тут прямо-таки настоящая зимняя сказка. Сказку могу устроить. Так, стоп, мы нормально переходим мост? Иди давай! Еще чуть-чуть осталось. Мы выжили? Так, ну хорошо. Бля. Что за хрень? Бля-бля-бля. Там кто-то кричал, как будто. Нет. Нет, это наверняка. Бля, не звезди под руку. Типа того. Жутковато. Я в курс. Что? Слышала? Нет. Бля. Эй! Я прям руками это чувствую. Кто там? Бля. Я успел. Он чуть не зашиб. Блять. Я заметил. Я тебя спас. Читай. У тебя очко сжалось. Мило. Все, как ты и обещал, Майкл. Так. Что, что? Хижина. Здесь неплохо. Да. Нам точно сюда? О, что-то осмотреть можно. Найдена улика. Чего-то там Бейтс. Ладно. Давай просто покажем. Эй. А, если бы спугали, она туда сиганула. И что? Странная какая-то, да? Скорее страшная. Не нравится? Поцелуй. Майк, прекрати! Ладно, как хочешь. Классная маска. Ага. Так, а там внутри больше ничего не было? Так, ну вроде ничего. Теперь, типа, сюда идти? Знаешь ли, не совсем понятно, что делать. Бля, лишь бы не... А-а-а!
Господи, какая хуйня не произошла. Что это? Бля. Даже знать не хочу. Может, пойдем дальше? А, конечно, пойдем. Типа, нам есть куда еще идти, что ли? Блин, олень. Жесть. О, это ужасно. Жуть. Похоже, ему конец. Да? Поддержать. Так. Ну давай. Боже мой, бедняжка. Потерпи. Потерпи. Давай. Майк, ему так больно. Да я в курсе. Уже недолго. Потерпи. Уже недолго. Бля, я же твою мочу, мочу. Ааа, ебать от тебя. Беги! Господи, что это было? Я не знаю. Там мостик. Сюда, сюда, Майк. Давай сюда. Блять. Смотри, смотри. По тропе. Бежим по тропе. Еще чуть-чуть. Так, рисковать не будем. Блять, да ш... Помочь! Вставай, давай, скорее! Вставай, развалюха! Майк, найди ключ! Открывай! Боже мой! Еще бы чуть-чуть! Не. Я ее засейвил! У меня все было под контролем. Ага. Иди ты! Да, да, все сто. Все сто. 110. Кошмар, я как будто марафон пробежала. Ну, в общем, так и было. Бля, было жутковато. Ага. Наверняка. Они очень быстрые. Просто я ничего не разглядела. Эй, сюда он к нам не вломится, это точно. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Но машины они как-то открывают. Что? Да ладно. В сети видела. Вскрывают скорее. Ну, Джесс, мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Наверное, ты прав. А если там ладно. Человек? Будем считать, мне почти полегчало. Но почти. Эй! Ну, конечно. Буф. А я почему-то ожидала уютный домик, Майк. А, ну да, как-то сквозит. Ну, зато есть камин, видишь? Нам не нужен огонь, чтоб согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Это как? Твоя дама хотела бы прижаться к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потрёмся друг от друга и разогреемся как следует. Майк. Да. Камин и уютный свет. Да-да. Да. Миледи. А она будет просто сидеть на месте? Диван тоже, кстати, холодный. Вот, это сойдет за уютный свет. Так, это я научился уже делать. Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же. Да хватит бубнить! Так, дрова готовы. Теперь спичку. Да там и так уже были дрова. Он у тебя еще поленой сидит на диване. Что случилось? О нет, черт. Майк! Что? Ой, вот, телефон черт. Потеряла. Что? Да где он? Что? Что такое? Он потерялся, блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что, нету? О, черт, дура. Наверное, в снег выронила. Да, жопа. Если я его не найду, родаки, меня убьют. Ну, купим другой. Да это уже четвертый за год. Ладно. Бля. Ладно. Ну, нихуя она их гандошит.
Он точно в снегу. А, только как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Или кто там. Да, я ебал. Собственно, так, это спички, я так понимаю. Да. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы с тобой зажжем. Сейчас самое время поупражняться в остроумии. Боже, да заткнись-то уже, наконец-то. Пиздит и пиздит, и хуй ты ее заткнешь. Да, блядь, божка. Да попадешь. А без бумаги? 1-0. Я веду. Нихуя, она разгорелась. Ну, браво. Ну вот, миледи, чего вы еще изволите? Знаешь, а вот круто было бы сейчас чего-нибудь выпить. Ты немного охуела. Если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении пока. Что такое? Я что-то не так делаю. Да нет, нет, я думала, ты вот такой, а ты другой. Ага. Понимаешь? Она охуела. Ты тут не виноват. Джесс, ты мне нравишься. Просто дай мне возможность, и уж поверь мне, тебе не придется об этом жалеть. Что возможно. Я люблю уверенных. Ау. Майк... Ставни. Что ставни? Закрой. Может, закроешь их? Брось, там никого нет. Мне кажется, что кто-то смотрит. Мне не по себе. Джек, и там смотрит кто-то. Ну, хватит. Мне реально не по себе. Блядь, я же говорил, там кто-то смотрит. Чё-то заебала. Давай аккуратно подойдем и попробуем нежно закрыть. Эбэ? Эбэ? Вуаля, ставни закрыты. Так, на чем мы остановились? Там было что-то еще. Извини, прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но как ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная сексуальная штучка. Ага. Но, если говорить честно, ну, я немного комплексую. С чего? Джесс! Это что, шутка? Что? У тебя нет поводов комплексовать. Ох, ты просто не знаешь. Да, я знаю. Не знаю. У всех комплексы. Все такие. Но ты хорошо справляешься. И не только внешне. На самом деле. Да. Я стараюсь. Вот. И это супер сексуально. Правда? Конечно, да. Очень. Иди ко мне. Да, гососаться. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. Да я вообще только этого и жду. Бля, ну и ебалик скворчил. Ёй. Блять, он все равно видит. Бля. Сука. Как же у меня вибрирует геймпад. Пиздец. Майк? Что это? А я ебу. Ну так выясни. Быстро, давай. Да не хочу. Я у мамы, знаешь ли, один. Запасных нет. Подожди, я ж видел, как тут вроде бы что-то подсвечивалось, или мне показалось? Может быть, показалось. Да, блять, ну чё он встал?
А ты не хочешь какое-нибудь оружие взять, например? А? Не? С голыми кулаками пойдем. Так, не сюда. Ладно. Подожди, а музыка откуда взялась? Так, стоп, а тут что, настройки послетали, что ли? А, так. Да, вроде нет. А музыка... А, стоп, это в звуке. Так, режим трансляции, хорошо. Там нормальная музыка. Я что-то все равно не понимаю, откуда она взялась. Да, это из игры. What the fuck? А! Твой телефон! Что? Да. Это мой телефон. Я не знаю. Прилетел в окно. Ох, да какого хрена? Вот же твари. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Шо? Бля, да... Эй! Вы, уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, кто вы там. Нахрена вы прибёрли? Бля... Что, так охота помешать нам? Знаете что? Обломитесь! Вы нам не помешаете, потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем трахаться. Бля. По полной программе. Наслаждайтесь! Мы готовы и приступаем. Да что она делает? Да что ж такое? Блять, чего? Ага. Нормально. Ой, пролагнуло. Думаешь, это они с нами разговаривали? Я не знаю. Не знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Ну, надо выяснить. Бля. А она типа... Вот, а все или еще не все? А хуй знает. Ладно, давайте в любом случае будем выяснить эту загадку века уже в следующий раз, а сегодня заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока.